В этом видео все секреты и хитрости всегда рассыпчатой и вкусной гречки. Варю ее не только в кастрюле, но и запекаю в духовке, готовлю и в микроволновке, и в пароварке. Выбираю гречку для приготовления высшего сорта. В ней меньше всего расколотых ядер, поэтому она готовится рассыпчатой и вкусной. Гречневая крупа существует двух видов обработки. Пропаренная, как этот вариант, и второй вариант обжаренная. При выборе крупы обращайте внимание, чтобы было минимальное количество расколотых ядер. Все ядра должны быть одинаковые по цвету и размеру. Дата производства и фасовки не должна быть просрочена. Гречка должна иметь приятный запах, отсутствие плесневелых образований. На дне упаковки не должно быть шелухи, мусора и дробленых гречневых ядер. Перед употреблением гречку любого сорта и способа обработки нужно тщательно промыть под проточной водой, чтобы вода стала прозрачного цвета. Чтобы гречка имела более яркий вкус, перед тем, как ее отваривать, можно гречку прокалить на сковороде, непрерывно помешивая, чтобы она стала полностью сухая и появился приятный аромат. Чтобы сварить рассыпчатую гречку в кастрюле, нужно засыпать гречку с водой в пропорции 1 к 2. На 100 грамм гречневой крупы нужно взять 200 мл воды. Залить ее холодной водой и поставить вариться на среднем огне. Как только вода закипит, снять с нее пену, добавить соль и накрыть крышкой. Убавить огонь и варить еще 10-13 минут на очень медленном огне. Выключить огонь, как только гречка впитает в себя большую часть воды. Добавить сливочное масло, накрыть кастрюлю крышкой, сверху положить полотенце и дать настояться гречневой крупе 20-30 минут. Так гречка получается рассыпчатой и очень вкусной. Если вы готовите овощи или мясо на пару, можно одновременно приготовить и рассыпчатую гречку. Для этого нужно ее промыть, положить в специальную чашу для круп, добавить к 100 граммам гречки 100 мл воды и поставить в пароварку. Гречка будет готовиться примерно 35-40 минут. Все зависит от мощности пароварки. Солить гречку, добавлять сливочное масло можно до или после приготовления. Она получается рассыпчатой. Чтобы приготовить гречку в микроволновке, нужно в стеклянную или керамическую емкость высыпать подготовленную гречку, влить теплой или горячей воды в пропорции на 100 грамм гречки 200 мл воды, добавить соль, накрыть стеклянной крышкой форму или крышкой для микроволновой печи, готовить 10-15 минут на максимальной мощности. Чтобы приготовить гречку в духовке, необходимо положить подготовленную гречку в форму для запекания, добавить соль по вкусу, залить гречневую крупу теплой или горячей водой. Вода должна покрывать гречку на 1-1,5 см выше ее уровня. Накрыть фольгой форму для запекания и поставить гречку в разогретую до 170 градусов духовку на 30-35 минут. Гречка после запекания получается рассыпчатой и вкусная. Каким бы способом вы ни готовили гречку, готовьте ее с удовольствием. По ссылке в описании вы найдете подробные инструкции, а также 3 подарка, сезонное меню на неделю, приглашение на бесплатный вебинар и 101 карточку с рецептами для планирования меню. Загляните в описание, подарки вас ждут.